Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы расскажем вам о часах Casio Edifice модель EFV510L5A. Корпус часов изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Ремешок из натуральной гладкой кожи, прошитый. Застежка – классическая стальная пряжка. Задняя крышка – стальная, завинчивающаяся, с информацией о модели. Циферблат защищен прочным минеральным стеклом. Способ отображения времени – аналоговый. На стрелке и риске нанесено светонакопительное покрытие. Есть окошко с датой, а также три малых циферблата. Два из них отображают работу хронографа, рассчитанного на 30 минут, а третий справа дублирует время в 24-часовом формате. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц, питание от литиевой батареи SR920, рассчитанной на срок службы до 3 лет. Класс водозащиты 10 атмосфер, с этими часами можно плавать и нырять на небольшую глубину. Габариты корпуса: длина от ушка до ушка 51 мм, ширина 44 мм, толщина 12 мм. Вес часов 71 грамм. Для установки даты и времени используется коронка, расположенная справа на корпусе. Нужно отвести ее на один щелчок в сторону, чтобы установить дату, поворачивая против часовой стрелки. И еще на щелчок в сторону от корпуса отводим коронку, чтобы установить время. После настройки не забудьте вернуть коронку на место, плотно прижав к корпусу. Хронограф управляется кнопками выше и ниже центральной коронки. Верхняя кнопка запускает и останавливает, нижняя кнопка сбрасывает до нулевых значений. Упакованы часы в фирменную коробку. Приобрести эту модель вы можете, перейдя по ссылке в описании к видео. На этом все. Спасибо за внимание.